500 метров нового асфальта на улице Багрицкого. От улицы Фимова до Луганской. Местные жители рассказывают, больше 6 лет на этом участке были огромные ямы. Имея маленького ребенка, катаясь на колясочке, было очень трудно преодолевать препятствия такие. Глядя на то, как сейчас делается эта дорога, я могу просто с восхищением сказать, что, наверное, надо будет еще одного ребеночка родить и уже брать коляску с маленькими колесами. Местные жители обращались к Олегу Звягину на протяжении 3 лет. Все это время депутат отстаивал интересы одесситов на сессиях горсовета. Выделение средств стало возможным, в частности, из-за децентрализации. Выполняется асфальтировка данной дороги, капитальный ремонт ее. Я надеюсь, что она прослужит десятки лет жильцам, и по ней смогут дети ходить и в школу, и комфортно проезжать и автомобилисты. Местные жители уже подготовили еще одно обращение к депутату горсовета с просьбой установить новые знаки движения. Мы хотим то, чтобы ограничили заезд на эту улицу Багрицкого большегрузных машин, пятиосных рынка. И так далее, со стороны рынка. Потому что это налагает свои, так сказать. Ну, выскочила из-за угла эта машина, а детвора тут бегает, из дворов выходит. Депутат Одесского городского совета согласен с избирателями. Теперь предстоит получить разрешение на установку новых дорожных знаков, которые не позволят водителям превышать скорость и заезжать на улицу большегрузному транспорту.